Глава Кабинета министров республики провел совещание по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и основного государственного экзамена в этом году. Говоря об итогах прошлой экзаменационной кампании, министр образования и науки Ингушетии отметила, что в прошлом году удалось обеспечить максимальную объективность и прозрачность процедуры ЕГЭ. Все меры, в том числе введение онлайн-наблюдения, печати контрольных измерительных материалов непосредственно в пунктах проведения экзаменов и другие, доказали свою эффективность. Бакар Мальсагов отметил, что в текущем году государственная итоговая аттестация должна пройти максимально объективно и на высоком организационном уровне. При этом необходимо усилить разъяснительную работу с родителями и детьми.